Ребят, всем привет! Значит, сегодня у нас будет с вами обзор смесителя для ванн от компании Frapp. Вот такие вот смесители. Я решил его заказать на AliExpress. Вот. Значит, в Ростове-на-Дону он у нас стоит в порядке 16-18 тысяч рублей. С вами на AliExpress по скидке. Сейчас идет акция, 11.11 называется. Мы можем его с вами приобрести. Кстати, есть доставка вот с России, с Российской Федерации. Мы можем его приобрести с вами за 6441 рубль 15 копеек. Вот. Я его заказал. Значит, доставка осуществляется за 5 рабочих дней. Это если до Ростова реально позвонил мне сейчас курьер с компании СДЭК. Мы его с вами встретим и распакуем данный товар и вообще поймем, можно ли заказывать смесители с AliExpress, какого качества они приходят и в каком состоянии. Вот. Как бы продавец здесь выше среднего балла, у него 4,9. Магазин China. Этот магазин был зарегистрирован 22 марта 2017 года. Да и хватит чепухи, давайте смотреть. Ну вот, ребят, пришла наша посылочка с компании ZDEC. Вот так, такой вот упаковки. Давайте откроем, посмотрим, что же там такое. Ее открываем. Хотел оставить упаковку. Боже мой. Эхо-муха. Наш СДЭК упаковывает хуже, чем китайцы. Вы посмотрите. Еще, короче. Ёлки-палки. Еще, короче, приклеили и наклей. Ёперный театр. Короче. Компания СДЭК, не знаю как вам, но мне она не нравится. Вот, открыли. Допустим, я заказал на продажу, да? Они уже испортили упаковку, внешний вид товара нарушен. Но испортили они своей вот этой зеленой вот херней. Вот такой вот. Ладно, короче, вот. Видите, да, что получается. В принципе, да, смеситель упакован в удобную коробку. Давайте открывать. И будем смотреть, что там у нас внутри. Так, открываем. Значит, видим, первое. Первая коробка, давайте начнем вот с этой коробочки. Что тут у нас? Тоже коробка помятая, видите, с одного края выпуклая. Так. Угу. Вот в таком вот все чехольчике. Помимо вот этого, еще и чехольчик беленький, смотрите, завязанный. Интересно. Так, это сам смеситель у нас. Опа, что-то тут. О, ребята, смотрите, какая ситуация. Вот, здесь я сейчас открою спор сразу же, буду возвращать товар. Ну, вот такие дела, видите. Ну. Давайте, ладно, это мы отложим. В принципе, это, короче, крутилка. Выбор режима. Сам этот. Ну так. Смеситель хороший, интересный, классный. Прикольный.
давайте смотреть дальше. Это мы убираем. Открываем спор сразу. Сегодня же. Будем смотреть, что у меня получится по спору. Я думаю, что... Так, ну надеюсь, это больше там ничего у нас поломанного не будет. Давайте смотреть дальше. Так, это комплект душа. Слушайте, ну все такое, что-то прикольное. Пластиковый обычный душ. Вот с такой трещоточкой, с регулировкой. Еще у нас тут две коробки, это мы сейчас посмотрим. Шнур для воды, для душа подключения. Держатель с кнопкой вот с такой. Сейчас мы достанем его, посмотрим. Фиксируется по высоте, я как понял, там есть такая штука, она раз фиксирует. И вот это с трещоткой. Тоже классно выполнен. Что за черт? Так, здесь у нас переходники. Вон они. Все есть, весь комплект. Ага. Это у нас, не могу сказать, что это. А, это у нас держатель для этой. Для чего? Короче. Хрен его знает, для чего это, надо разбираться. Это я не знаю, для чего коробка. Потом разберемся. Вот. Ну, короче, здесь все нормально, здесь ничего не поломано. Здесь все целое в этой коробке. Дальше. Тропический, давайте достанем тропический душ. Вот он. Я заказывал тропический душ. Вот. Вот такой вот тропический душ. Слушайте, ну прикольно тоже, да? Классно. Прорезиненная тут пластик. Это алюминий какой-то. Это пластик. То есть это не крашеный пластик, а реальный. То есть реально железо хромированное. Прикольно, прикольно. Вот. Так, дальше. Все. Заметьте, все упаковано вот в таких вот чехольчиках. Ну, это круто, как бы. Ну, вот. Значит, ага. Не знаю, насколько это надежно. Ну, вроде держит, слушайте, нормально. Вот. Ну все, ребят. Вот такой вот мини-обзор крана, смесителя. Все.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.